долго респится. Сейчас у тебя бегал черепок, но его быстро убили. Очень правильный вопрос задал как раз. Скорее всего, мне сейчас еще одного героя дадут. Да, это на одного человека. Подземелье. Сейчас посмотрим. Новое подземелье. Если играешь за одного, в чем прикол троих, ну, допустим, у тебя осталось мало хп у одного, или там босс очень толстый, ты переключился на танка, бешал танком. На этом, наверное, стоит тоже вот этот отправить на YouTube запись. Это, похоже, уже действительно нормальный данжик. Не тот коротенький, который был в начале. Кстати, видео показывали фичу срисовка мышка скилла. Чтобы он сработал, фичу вырезали из игры. Пока не знаем, но скорее всего. Вот про нее, да, я тоже хотел узнать. Арганаки, ты же буквально на последнем подкасте рассказывал, что у нас все-таки. Ну, такие скиллы. Нет, она должна быть. Но такие скиллы показывали не у всех. То есть показывали в основном это скилл у мага. А мага пока еще нету. То есть такая функция есть, но она не на всех скиллах. Сколько времени прошло 10 левел? Нах такой медленный кач вели. Ты с чем вообще сравниваешь? Тут всего 40 левелов, я не знаю. Ну, чувак. То есть, я уже прошел 1/4 игры по уровню. Кстати, да, тебе сейчас должны дать нового персонажа, потому что там эта иконка. Вот именно, да, я тебе про это и говорил. Такой медленный кач. Чувак, тебе в доту надо. Ты жанром ошибся, серьезно. Ошибся стримом. Зайди, смотри, вот заходишь на Twitch, раздел Games, и там будет первая, вторая, ну или иногда там на дно падает день, на пятую позицию дота. Вот в нее заходишь, там качаешься быстро. Не благодари. Бесплатный совет. Как быстро прокачаться. Зря ты на шипы встаешь. Да, они специально вырастают. Это проблема всех руин игроков, что в Блэйсе, что здесь. Да, действительно, похоже на Элвен Руинс. А уешь их всех. Даже в Терри не так быстро качаешься, если что. Нет, вы ошиблись, это запечатанная гробница. Да? Да. Что-то я зелененький шарик выбил. И нету его. Наверное, это хилка была. Скорее всего, да. И чё? Сундук, открывайся. Все красиво. Сосков, по-моему, нету в игре. Сосок. Угу. Нету. И не нужны они, мы уже рассказывали, Даша. Да так остальные просто, да. Соски будут в мобильный. И за донат. По-моему, так. Их нажимать надо будет, если чтобы автоматически надо, да, платить, по-моему. Вроде вот да. Оп-оп. Беда с точностью кастового Хидео. Ребят, пожалуйста, не надо. Не нагнетайте. Любят свои отражения. Учтите, что от меня до Кореи... Большая часть чатика просто не представляет, что такое с таким пингом. Вы, ну, во-первых, а во-вторых, вы не представляете, как тут скиллы работают. Тут нужно точно навести, а моб еще вперед идет. То есть скилл бьет сзади моба. К этому привыкаешь, на самом деле, то я думаю, что через пару дней привыкнешь, будешь уже нормально кинуть. Но я все равно пытаюсь оправдаться. Не обращай внимания на чатик, они всегда такое пишут. Они, чатик часто ждет, что ты первый раз видев игру, уже будешь показывать невероятный скилл, как в финале Интернешнала. Нет. Я не Самуил. Должен быть. Но пока еще не было возможности протестить. Постепенно разберемся.
Мне нравится, что боссы тут вот как бы не ваншотные, да, вот вначале там дают ваншотных, чтобы человек разобрался, тут реально можно умереть. То есть надо быть аккуратным, иначе все плохо будет. А что ты действительно 3-4 не используешь? Что не так с этими скиллами? 3-4? Да. Да я вот... Ну, короче, еще не привык. Ой. Четверочку надо все время, да, ставить, действительно. Слишком сложно, ребят, слишком много кнопок. Да, реально. Да непривычно просто. Булаву зато дали хорошую. Вот я сейчас бегу, для меня, не знаю, как там на экране, но для меня я пробежал мимо, а мне все равно урон нанесло. Сейчас оценим. Тут что-то скакнуло изображение. Да-да-да. Ну, и ну... ты краешком жопы задел. То есть... Все-таки какие-то проблемки есть с пингом. А парагон есть? Да неизвестно, но мне кажется, естественно, на капе не закончится все. Это очень много. Современным игрокам больше двух-то уже страшно. Запутаются еще. Здесь бег криптомув. ВСД нету, по крайней мере, в стандартном. Может быть, как-то можно поменять, но вряд ли, тоже не было видно. Потому что по дефолту в управлении на W стоит скилл. Пока еще не открытый хидэ, он будет на 11 уровне откроется. ПК есть в игре? Да, есть. И ПВ в открытом мире. Ну, насчет ПВ в открытом мире пока непонятно, но ПК точно есть. И в локациях отдельных будет. В открытом мире надо затестить. Уже ближе к концу. Я надеюсь до этого места. На то, что 36+, это все-таки PvP локация будет. Тогда было бы вообще круто, вот под конец ЗБТ PvP-шится. Там, наверное, корейцы злые будут убивать, но все равно. Ненавижу ждать, пускай не выпускают ее сейчас, а потом пидят. Че, долго ждали? Еще немножко подождем. Понимаешь, просто это люди, которые там, может быть, про игру-то узнали сегодня, вчера, месяц назад. Мы 5 лет ее ждем. Сколько этапов ЗБТ планируется, неизвестно. Да мышкой нормально бегать, тут она как-то очень удобно сделана. Ребят, как бы, споры насчет количества кнопок в ММО... Честно, это слишком старая тема. Сейчас это уже не актуально. Не обязательно много кнопок или мало кнопок, это хорошо или плохо. Есть определенные механики, и под них уже, соответственно, все подстраивается. Станов в игре мало. Добавится стан. У всех, как минимум, может быть, взять общий скилл стан, да? Который откроется тоже как раз на Q и W. Один АУЕшный стан вокруг. Это, скорее всего, финальный босс, какой-то такой сатирыч. Да, прикольно. Вообще, это... боссы все тут круто сделаны. Даже такие малозначительные, они как-то по-особому там какое-то свое умение дают. Прокачанный сатир из Enchanted Volley, похоже. О, смотри, тебе помогает этот. Тебе помогает приз, скорее всего, тебе его и дадут. Как героя. А было бы круто, это Леон. Вот, ну еще один герой, если кто вдруг не понял, приз, который, у которого способность хил точно есть, скорее всего, вам его дадут при прохождении за убийство этого босса. И он наверняка тебя тоже подхиливать будет, можно будет забить. Какие-то свои говнокасты кастуют с этим. Что-то там в него пускает свои слезки. Дамаг — это не его сильная сторона. Да он вообще не дамажит, он так. Вот, что-то кастует, что-то кастует точно. А, ну вот, видишь, он тебя хильнул. Хорош, на фулстоп или ты банку съел? На баночку съел. А, ой, слушай, в другого превратился босс.
Да, что-то начались какие-то... Какая-то беда с пингом. Нажимаю сейчас этот, баночку не прожимает с первого раза. Бить такого с пингом, это просто ад. Надо будет все-таки завтра в эту фазу запустить. У корейца, кстати, сколько сейчас времени? Вполне возможно сделали ЗБТ по не очень удобному для них времени, чтобы все нормально поиграли. Ну, чтобы... Нет, нет. Нет? Что за бред? Ну, вот, может быть, по-удобному, потому что... Не столько 6 часов. У них начало ЗБТ по их времени в 4 часа, то есть у них сейчас 6 часов вечера. Ну, норм тогда. Почти 7, может, люди приходят с работы, типа, врываются в игру. Да нет, это явно не сервер лагает. Проблема. Возможно, лагает именно дан, что такое тоже часто было. Ой, хильси. Вспоминаю, например, старт Терры, да, когда там все качались, все заходили в первый данж, вот именно первый данж можешь не выдерживать. А. Именно в этом дело. А не в самой игре. Сферы подбирай зеленые. Ну, я не успеваю, они как-то падают не очень. Так тогда его вон пустит, или он танчит. Скажи ему. Он экспертный. Как игра будет позиционироваться? Соло побегать как в D3 или все-таки точно под кланы? Да, значит, на кланы на хай-энде будет упор серьезный сделан все-таки. Это как раз Lineage. Я думаю, мы уже что-то покажем из кланов на... Убегай. Run, Joy, run. Соло это, скорее всего, башня мана. Пати это инсты. А именно кланы, там, вон, говорили, что будут кланвары и так далее. Я думаю, то, что у кланов будет камень цель в 200 человек. Я умер. Так и сделаешь. Сейчас посмотри, если с тебя что-нибудь упало или нет. Ой, как Ресенса, если этот чувачок дерется. Виллэдж. Может, он тебя реснет? Да, реснул. Хорош. Тимплей. В общем, игра должна быть как ни крути, именно про клан и социалочку. Соло можно, но... Ну, разве что качаться, да, там какую-то. А смотри-ка, у тебя по смерти появляется 20 скиллы. Да, там какие-то скиллы были. У тебя должен быть отнять опыт при смерти. У тебя еще раз... А, не, ты успел свичнуться. Успел. Какой плотный босс-то, однако. Угу. Да, да просто... Лучше кайтить и откидываться. Вот эти вот мобы просто, которых он призвал, они станят, а он потом дорожечку стелит. Сейчас бы сюда лука. Комбят, да. Сейчас бы сюда лука, ну да. Мы ж пошли по сложному пути. По оригинальному. Да. Я так понял, они станут, только если от них отойти далеко. Чё-то зелёный упал. Щелочка. То есть они делают чаш и стан. Угу. Блин. Кстати, вон, да, Кахома, блин, правильная вещь. Жми четверку, добегай по кругу около него. Все. Не, это слишком долго. Четверка мало дамажит. Чего? Сертин, передай ему скиллы юзаются, где мышка находится, знаки всякие. Что это значит? То есть скиллы, которые ты кастуешь на единичку-двойку, они юзаются, где у тебя курсор находится. А если ты курсором бежишь в обратную сторону, то ты их и кидаешь в молоко. У меня не всегда есть время повернуться, чтобы под ноги босса кастануть. Уже я несколько раз так ошибся, и меня босс просто в овешку словил. Ребята, я же как бы не совсем уже того.
А вот этот момент напомнил Lost Ark. Там тоже был такой прист, который... Хотя этот перс что-то на Леона не очень похож. У Леона, по-моему, ты не спойлери. Давай посмотрим ролик, тихо. Давай, давай. Ребят, я не успеваю. У меня, блин, не знаю. Босс ставит так, что... Мы ролик смотрим. Окей. Забей на чатик, говорю, не читай чатик. Хороший стример не должен не читать чатик. Я за тебя чатик почитаю. Окей. Ну, качайся. Так, что мне хорошего дали, интересно? Парни, звезда. Героя можно выбрать. Ну что, лучницу берем? Или скелета? Скелета бери. Знает! Я зду знает, а. Все. Ура! Погоди, кстати, надо будет сейчас, давай пройдем данж. Надо будет тоже стопнуть запись, я на YouTube отправлю хайлайтик. Сейчас тогда стопаю. Ребят, пару секунд перезапускаем трансляцию. Ты уже выбрал, вышел? Да-да-да, да. Окей, тогда сейчас вернемся.